сомневался. Да ну! Давай не будем говорить «перевернем храм». Это начинает казаться нормальным.
братья. Я знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Сила, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли. Это хорошо. Там, слева. Отсюда можно забраться в зал путешествий между мирами. Видишь, Мимир? Никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра. Поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать. Храм так и задуман, вверх дном. Смотри, дерево вверх тормашками. Или мы? Я уже не уверен. Сын. Где нож? Рейва! Ну? Что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да! Ну вот теперь-то я все понял! Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим с ветви мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Ой-ой-ой, ты и правда это задумал.
будет наше лучшее творение. Но вы должны нам помочь. Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да, про вас то же самое можно сказать. А. Я, наверное, немного возгордился. По-моему, так он должен был это услышать. Все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синди. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорю, все улажено. Дальше работаем, пока я не расчувствовался. Ну и что вы там нашли? Тогда не мешайте! Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, так? Проклятие! Здесь Тюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Это невероятно! Я думал, что тут мост! Как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово! Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть! Удивительно! Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да Тюр! Там будет Йотунхейм? Не может быть! Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм! Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку, испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я за... ...метил. Бедновато. Пьедестал. О нет! Она забрала камень! Башня поглощает энергию камня! Что-то происходит! Она движется? Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Запахни! Нет, ошибся насчет худшего. Берегись сзади!
Осторожно, сзади! Хорошо, что все кончилось. И где же мы? О, похоже на Альфхейм. Они идут. Остановились. Это все? Да, но где мы?
его в Мидгарде. А вот мост. Получилось! Башня снова на своем месте! Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Ну, вот и все. Гондул, смотри! Это поможет нам в бою с остальными валькириями. Сказал нам, как магнимоди связаны с Грунгниром. Ах да! После того, как Грунгнир упал замертво прямо на Тора, никто не мог сдвинуть каменное тело. Тор был чуть не покойник, мозги в смятку, сам едва дышит, и никто из свиты Одина не мог ему помочь. Вошли маленькие магни и моди, росточку вот такусенького, и пока никто, кроме меня, не видел, перевернули труп Грунгнира и освободили отца. В другой раз продолжим.
Башня поглотила камень единства, а я бы хотела еще полетать. Да, надо же, какая жалость. Я запутался. Я был уверен, что мать Бальдера зовут Фрик. Ага, Фрик. Но это ведь что-то вроде клички. Означает «любимая». Так Один звал Фрею после свадьбы. От избытка чувств, как мне хочется верить. А потом любовь завяла, а само прозвище стало орудием для манипуляций. Как это? Он не хотел, чтобы Фрея, богиня из рода Ванов, имела авторитет в Асгарде. Поэтому все ее заслуги приписывались Фрик. Как и рождение Бальдра. Все верно! Именно Фрея была матерью Бальдра. Thank you.
Ты освободил меня. Кто это сделал? Я помню только боль и мою королеву. Она заточила меня здесь? Почему? Сигрун. Я должна покинуть тебя. Я должна найти ее. Должна вспомнить. И правда, голова, виновна твоя королева. Да, когда я видел ее в последний раз, она была другой, изменившейся. И дело не только в физическом теле. Она была беспокойна. Я хотел поговорить об этом, но она лишь пришла попрощаться. Я не думал... Мне жаль, Мимир. Мы ее найдем. Вряд ли она этого хочет. Я просто не пойму, зачем ей делать такое? Это ведь просто бред. Но если она это сделала... Ее придется остановить. Валькирий надо освободить, и только мы на это способны. Мы? Я слежу, чтобы не ударили в спину. Со мной, Атрей!